Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас распаковка металлоискателя, модель TX850. Многие из вас мечтают найти сокровища, клад или хотя бы кучу металлолома, которую можно сдать за деньги. Так вот, вот этот аппарат все вам позволит сделать. Итак, распаковываем. Да, данный металлоискатель был приобретен на Озоне за 8200 рублей на распродаже. Ну, посмотрим, что за эти деньги нам прислали. Ага. Ну, давайте я немножко разверну, чтобы вам было видно. Итак, в комплекте две батарейки, хотя обещали, что их не будет. Инструкция на английском языке. Далее. Катушка. Далее. Держатель для руки. Далее. Центральный блок. Штанга. Штанга металлическая и довольно-таки легкая. Карабинчик, чтобы ничего не потерять. Кстати, оказалось, ну, больше тут нету ничего. Поэтому коробочку откладываем в сторону. А кроме этого нам дали еще в комплекте пинпоинтер. Вуаля. Ну-ка, включится. Ну, кстати, батарейки, наверное, от пинпоинтера от этого. Так, давайте сейчас мы его соберем, включим. И, может быть, даже вот выйдем на улицу, попробуем какой-нибудь металлолом на участке найти. Сейчас я крупнее все это возьму. Ну что, друзья, давайте попробуем все это собрать. Так, центральный блок. Катушка. Штанга. Так, как все у нас это будет собираться? Я что-то... А, все, вижу. Инструкция. И здесь же есть крепежные винтики. Батарейка. Так, ну давайте прикрепим катушечку к штанге. Что для этого нам надо сделать? Берем нижнюю часть штанги, вставляем вот сюда. Вставляем вот этот винт. Так, легко было сказать, вставляем. Что делать, если он не вставляется? Так, сейчас. Вошло. Так, винт и гайка, они пластмассовые. Скручиваем. Есть. Далее. Ну, пока я ее отложу в сторону, чтобы она нам не мешала. Далее нам необходимо закрепить само устройство вот на второй половинке штанги. Тут есть вот такой вот направляющий. То есть достаточно совместить отверстие. Все есть. И закрутить два винта, которые идут в комплекте. Большие усилия при затягивании здесь не нужны. Есть. И теперь вот сюда нам нужно закрепить вот этот вот держатель для руки. Он оснащен липучкой. Давайте сразу проденем, наверное. Чтоб все было удобно и понятно. Здесь вот есть вот такой вот винт. Аккуратненько его выкручиваем.
Вот так вот он разбирается. И закрепляем его на штанге. Тут есть два положения. Выбирайте то, которое вам лучше подойдет. Но это зависит от вашего роста и длины руки. Так, вставили. И вот так вот его теперь фиксируем. Винт длинный. Так что придется немножко набраться терпения, чтобы его вкрутить. Она отсюда выскочить не может. А второй вот здесь вот просто крепим. Это для чего? Вот так вот руку сюда свою продеваете и вот так потом его держите, чтобы разгрузить локтевой сустав. Так. Теперь подключаем катушку. Я собираю первый раз, поэтому могу допускать небольшие неточности. Аккуратненько вот этот вот разрезаем стяжечку. Она нам больше не понадобится. Вот, и теперь, собственно говоря, рекомендую вам вот так вот несколько раз обмотать провод вокруг центральной штанги, чтобы она не болталась и не мешала вам при ваших поисках. Так, есть. Ну, потом можно поправить, все будет еще. Подключаем непосредственно саму катушку. Вот так вот вставили и затянули. Далее, так как удобнее вам было, чтобы было видно, батарейки. Здесь имеется вот такой вот батарейный отсек. Оп, крышку сняли. А, кстати, в комплекте идут к нему две батарейки. Давайте одну сейчас от них сразу и вставим сюда. Тут показан плюс, где минус. Плюс у нас здесь вот как раз тоже на батарейке вставили. Вот так вот. И крышечку защелкнули. Все. Ну, а сейчас попробуем его, так сказать, сделать первое включение. Так, делаем первое включение. Оп. Так, ну давайте пленочку я сниму, чтобы она нам не отсвечивала. Так, у нас что тут есть? Это он уже реагирует, просто катушка там у меня на аппаратуру направлена, поэтому не обращайте внимания. Значит, левая кнопка включения, она же чувствительность. Правая кнопка – это выбор режимов. То есть, это выбор для... Вот тут вот, сейчас попробую показать. Сейчас потише сделаю. Все металлы и... позволяет отстраиваться на цветные металлы. То есть, либо все металлы, либо поиск цветных. Ну и, соответственно, меняется чувствительность. Это вот кнопочка пинпоинтера. Это когда вы близко поднесли к какому-то предмету, то вы можете точно по центру катушкой определить, где он находится. Ну, сейчас на улицу выйдем, попробуем все это сделать. Это вот баланс грунта. Вы можете его изменить. Но это опять на улице смотреть надо. Ну, а кому интересно, вот такая вот инструкция идет в комплекте. К сожалению, на русском языке ее нету. Но, в принципе, здесь все есть в картинках и при желании. Ну, как его собирать. Что входит в комплект. Какие настройки присутствуют. Вот, как производить настройку, дискриминацию металлов. Тут, в принципе, все и есть.
уровень чувствительности выставлять. Так что, когда вы это приобретете, что если даже у вас никаких навыков нету, но позволяет полностью, так сказать, изучить основы кладоискательства. Ну вот, друзья, металлоискатель перед вами. Немножко я расскажу о его параметрах. Ну, данный металлоискатель, как в рекламе написано, является уникальным среди кладоискателей. Благодаря сочетанию высокой чувствительности к маленьким целям и универсальности. Блок управления имеет сложную систему балансировки грунта, раздельный контроль усиления порога сигнала и уникальную систему контроля дискриминации. Основные функции металлоискателя. Первое. Функция исключения. Ссылка на исключаемый металл означает, что детектор не будет издавать звуковой сигнал или освещать индикатор, когда указанный объект проходит через поле обнаружения поисковой катушки. Второе. Дискриминация. Когда детектор испускает разные тона для разных типов металлов. Пинпоинтер. Определение точного местоположения объекта, балансировка грунта. Это способность детектора игнорировать или видеть сквозь природные минералы Земли и воспроизводить звук только при обнаружении металлического предмета. Он имеет цифровой индикатор цели со шкалой от 0 до 100 для точной идентификации цели в режиме дискриминации. Технические характеристики. Цвет черный. Регулируемая длина штанги от 106 до 132 см. Питание 9-вольтовая батарейка. Частота катушки 19 кГц. Режим индикации. ЖК-дисплей и звуковой индикатор. Вес прибора 1,4 кг. Также у него имеется разъем для подключения наушников. Это если вам надоест слушать, как он пищит, и соседям вашим тоже. Имеет регулировку чувствительности, ну, то есть громкости выхода на наушники и звукового сигнала. Срок службы батареи до 15 часов. Но если вы будете использовать литий-ионовый аккумулятор, то я думаю, вам на 24 часа точно хватит. Дальше. Размер катушки 220 на 280. Назначение металлоискателя грунтовой. Максимальная глубина обнаружения 150 см. Глубина обнаружения монет составляет 30 см. Тип катушки. Двойная катушка Double D. Катушка DD типа имеет высокую чувствительность в среде с повышенной минерализацией, сохраняет глубину обнаружения. Катушки концентрического типа генерируют симметричное магнитное поле, что обеспечивает точную локализацию. Приборы с катушками Turbo D универсальны и обладают достаточно высоким разделением. Форма катушки эллиптическая. Данные катушки отличаются хорошими рабочими характеристиками и высокой результативностью обнаружения. Катушки в форме эллипса маневренные, лучше, чем круглые, разделяют близко расположенные друг от друга цели и точнее в режиме пинпоинтер. Но это когда вы какой-то мелкий предмет нашли, вы можете при помощи этой катушки, так сказать, на него взять правильное направление с точностью до нескольких сантиметров. Но сейчас, наверное, попробуем что-нибудь найти, какую-нибудь монетку я положу и посмотрим, как на нее он будет реагировать. Ну вот, друзья, вот такую вот 10-рублевую монетку современную я положил. Я думаю, для нашего первого эксперимента ее будет достаточно. Честно скажу, надо прибор осваивать. Я вот его первый раз включил, поэтому от меня много не требуйте. Ну, в общем, смотрите сами. Сейчас чуть поближе поднесу камеру, чтобы было просто виднее. Вот наша 10-рублевая монета. Вокруг нее, как видите, он ничего не реагирует. Но стоит поднести к ней, вот он, появляется сигнал. Ну, видно, да? Вот. Ну, думаю, для первого раза достаточно.
Ну что, друзья, вот такой вот металлоискатель я приобрел. Как только научусь им пользоваться, сниму отдельное видео. Обошелся он 8200 рублей. Плюс в качестве бонуса еще подложили вот такой вот пинпоинтер. Я, кстати, в него батарейку вставил. То есть он работает. То есть, в принципе, за эти деньги получился неплохой комплект начальный для поиска металлолома, цветного металла, который в земле у нас во многих местах встречается. Ну, а если повезет, то свою какую-нибудь старинную монетку найдете. Может быть, золотое колечко на пляже. Надеюсь, что вам это было интересно и познавательно. На этом все, друзья. До свидания, до новых встреч. Желаю всем вам найти свой клад. Найти и перепрятать. Вот такие дела.